В Ангарске впервые состоялся муниципальный конкурс на лучшее кафе и ресторан. Несмотря на обилие развлекательных заведений, участие в состязании приняли лишь 13 предприятий. Было очень тяжело принять участие в этом конкурсе, потому что на самом деле сейчас очень большая конкуренция. Открываются новые рестораны, новые кафе, и поддерживать тот уровень, который требуется от нас, очень на самом деле тяжело. Тяжело найти специалистов, которые бы это выполнили, и самим догнать, и перегнать, и опередить. Жюри оценивало кухню и интерьер ресторанов. Учитывались также отзывы посетителей, как положительные, так и отрицательные. Всем участникам конкурса вручили благодарности. Победители получили памятные кубки.